Будущий инженер-железнодорожник Варвара Курунова не пропускает ни одного патриотического мероприятия в своем университете. В этот раз пришла посмотреть документальный фильм про бункер Сталина. По ее мнению, быть патриотом – это знать историю страны и своей семьи. Оба ее деда воевали во Второй мировой войне. Один дошел до Берлина. Я считаю, нужно помнить тех, кто воевал за нашу родину, за нашу страну великую. И это нельзя забывать, потому что это очень важный подвиг наших прадедов, наших дедов. Это немыслимое то, что они сотворили. Это очень важное событие в жизни нашей страны и, в принципе, наверное, в жизни всего мира, всей Вселенной. Патриотические встречи в Университете путей сообщения проходят регулярно. Они приурочены к памятным датам, в том числе к 7 ноября. В этот день, в 1941 году, на площади Куйбышева состоялся парад Красной Армии. Военнослужащие прошли перед трибунами с руководством Советского Союза и представителями дипломатических миссий со всего мира. Об этих событиях каждый железнодорожник знает еще со студенческой скамьи. Это поддерживает моральный дух нашей страны. Мы с ребятами, с моей группой довольно бурно обсуждаем эти моменты, пытаемся выявить что-то интересное, чтобы запомнилось. Документальный фильм «192 ступеньки в прошлое» переносит зрителя в предвоенные и военные годы. Лента рассказывает о том, как строился бункер Сталина в запасной столице. Так тогда называли Куйбышев, где размещались все иностранные посольства. В этом году, соответственно, к параду памяти именно мы решили продолжить эту практику и показать уже новому, то есть первому курсу в основном, и тем, кто раньше не был, также этот фильм вовлечь их в историю, чтобы они понимали, в принципе, историю создания бункера Сталина, о том, какой исторический огромный подтекст несет это место. Ты пронизываешься той эпохой, теми временами, о том, как жил город во время войны Великой Отечественной. О том, что есть такой секретный объект в центре Самары, горожане узнали только в начале 90-х. С тех пор туда водят экскурсии. Многие студенты-железнодорожники там побывали. Кто не успел, планируют туда попасть на ноябрьские праздники, что в принципе могут сделать все жители и гости города после парада памяти, к которому и приурочены все патриотические события этой осени. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.